Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть растения против зомби 2. Ну что ж, надеюсь, ты соскучился по выпускам, потому что, блин, их гора стала. Хотя, блин, какая гора стала, просто я в предыдущем выпуске запросил, типа, как лучше, типа, через раз там делать ролики по растениям против зомби, либо через какой-то промежуток, либо еще как там... 5 раз в неделю. В общем, все сказали каждый день. В общем, друзья, радуемся, окей, все будет. Все будет, братишки. В общем, всем приятного просмотра, приятного аппетита. Мы с тобой продолжаем новости, маленькие новости. Жека... Все, Жека... Я не знаю, Жека может... Побежал. Жека улетел, но обещал вернуться. Надеюсь, Жека... Да блин, Жека... Жека, надеюсь, вернется. Он как Карлсон, серьезно, с маленьким Ну, у этого Жеки, правда, мохнатая жопка. Я, блин, друзья, я серьезно никогда не рассматривал мух и просто офигел то, что просто мохнатая жопка. Так, сейчас, секунду, друзья, закат. Да, да, старая болезнь, все, блин, капаю в нос, сосуды сужающим, все такое. Ой. Хорошо, но зато у этой штуки есть такая прикольная штука. Смотри, смотри, какой колпачочек. Вот вы не капаете, а я вот капаю, и у меня есть игрушка. Я могу хоп, вот так вот делать. Раз там, вот так вот, да, это зашкварно там, я не знаю. Но! А вот так вот! Вы умеете, пацаны? Хопа! И оп! Работает! Вот коп и Буратино. О, какой звук-то прям, я не знаю, это специально, знаешь, как, я не знаю, хоть маскирует прыщи, смотри, ля, как, ой, блин, ля, раз и, ай, единорог, короче, вот так, ой, блин, красные штуки какие-то, не-не-не, тихо-тихо, все, не буду делать, сейчас покраснею, блин, как не знаю кто. Короче, вот такая вот фиговина есть, вот, и можно играться. Жесть, да, Игорек, 24 годика, все дела. В общем, мы с тобой продолжаем далекое будущее, и это супер-мега-жесть, потому что здесь офигенные, просто офигенные растения. Один только лазер-боб, чего стоит, пацаны, просто чего стоит. И сейчас мы какой-то, я не знаю, баскетбольный мандарин или апельсин. Апельсин какой-то получим, я фиг его знает, что это вообще такое. Так. А, у нас тут, короче, три вида плиты. Мы можем поставить и как-то вот их... Блин, круто. Так, нам... А, и все? Серьезно? Ну ладно, окей, мы с тобой сейчас придумаем, что-нибудь сделаем, например, вот эти вот сюда вот будем ставить, пока что. Так, давай, аккуратно ставим. Так, здесь мы с тобой можем уже поставить, по идее, не лазер-бобы, ну или думаешь лазер-боб поставить. Слушай, давай, наверное, стоп, пусть он жрет, а мы с тобой пока накопим, да, на лазерный бобик. Давай, ставим, пацаны, все. Пусть лазерные бобы тут будут, они просто офигенные. Но они довольно как-то медленно стреляют, но у нас есть прокачка. Серьезно, мы с тобой можем еще его и прокачать нехило так. Самое прикольное то, что он несколько зомби фигачит так, налево-направо. Но зато мы с тобой сейчас быстренько... Во-во-во-во, сейчас мы быстро подкачаем. Давай пока поставим обычные вот эти вот, чтоб больше нам дало. А, да блин, у нас тут же... Ну ладно. Блин, что я делаю? Стоямба. Что-то как-то я, блин... Так, сюда, во-первых, сюда давай. Раз. Сейчас, оп, второй тут будет. Все, отлично. Дальше следующий пошел. Здесь ставим. Все нормальненько становится. А то я что-то немного даже пересрал, друзья. Что? Фу. Вентилятор. Ну-ка, давай-ка я вентилятор поставлю. На... Плевать вообще! Этот чувак на этой... посудине, блин, вообще бы плевать! Конкретно! Так, ставим быстрее, Боб! Ля!
Отлично. Так, дальше пошел. Офигеть. Фу, он приземлился. Что-то он на секунду только приземлился-то, смотри. Так, ставим. Все в бабах. Быстрей. Сейчас одного кокнуть. Да, отлично. Все норм. Так, ждем, пацаны, ждем. Быстрее. Раз, ля. Два. И три. Все. Просто четко, классно мы с тобой сделали. Офигеть. И мы с тобой получаем... Серьезно, какой-то баскетбольный мячик. За 350 очков. Ну, давай посмотрим на него в деле. Я, правда, его видел. Серьезно, я видел вот эти вот спойлеры, блин, гадкие, жуткие спойлеры. Да, пацаны, видел. Ёкало, мы на опять этот конус высрался. Так, давай посмотрим, что у нас есть. Итак, сейчас мы электрического, наверное, убираем и ставим... Мы его можем тоже проапгрейдить, но пока не делаем. Пока не делаем, друзья, потому что, ну, я как-то вот... Вот так вот делаю, блин. Так, пошло, друзья. Давай сейчас аккуратненько устанавливаем наши растения. Так, здесь пусть будет. Пусть здесь стоит один. Так, сразу его останавливаем. Сейчас он заморозится, хоп. Раз. Сейчас 125, мы чуть-чуть накопим. Ну давай, быстрее. Ну где же, вот. Так, отлично. Так, быстро! Вообще молниеносно мы, друзья, смотри, что делаем. Еще вот так вот поставим. Так, отлично, три установили. Нам, по идее, четыре установить, и вообще все в шоколаде у нас четко будет. Теперь давай, я не знаю, вот на шарете будем сейчас копить или... Или на лазеры. Ребят, что будем делать? Так, устанавливаем еще эту штуку. Давай, наверное, все-таки на эти шары. Давай. Мне капец хочется узнать, что это за фигня такая. Смотри, он набирает в себя воздух и... Офигеть! Не, ты это видел вообще? Вот это жесть. Вот это сейчас жесть была. Ну, серьезно, это сейчас жесть была. Конкретная. Сейчас только вот единственное накопить. Но мы сейчас с тобой накопим, не переживай. Сейчас мы с тобой будем быстро копить. Так, единственное сейчас, давай вот сюда вот. Так, вот так вот делаем. Так, может какие-то вот, давай вот аки поставим пока. Аки. Так, давай, пусть он пока уничтожается, мы с тобой... Во, все идеально, давай, сейчас хопа, применяем, и сейчас будем в очках валяться. Давай на него силу применим, ох ты, нифига ж себе. Так, ставим эту фиговину. Вот так вот делаем. Так, приземляется, гад, приземляется просто. Смотри, что делать. Убил! Уничтожил, отлично. Цепная реакция, просто супер. Просто супер, пацаны. Капец. И сюда. Блин, мы как-то вообще разношерстно их поставили, но... Эффект есть. Эффект еще какой. Просто бомба. Бум-бум-бейба. Можем, знаешь, ну, я, конечно, люблю аки вот ставить, если честно. Они неплохие. Потому что он на несколько сразу распространяется.
Хоть 350 жалко, конечно, но, пацаны, что делать? Давай, давай, огонь, огонь, артиллерия! Раз, два! Раз, два! Офигеть! Просто посмотри, как бомбим, будь здоров! Этот уровень намного легче, чем Затерянный город, серьезно. Многие его пропускали, потому что он как-то был скучным, но на деле он был хардкорным, а этот-то посмотри. Или вам больше всего нравятся, друзья, наоборот, такие, знаешь, быстрые, прикольные, ну... Refrigerate Zombies. Блин, ну вот, вот это, друзья, лекарство от прыщей, блин, придумал. Вот вы, друзья, вот, ну, блин, ну... Ставь лайкос, если у самого такая проблема, пацаны, что прыщи заканали. У меня у самого был... Да до сих пор прыщи, будь здоров, просто... Капец какой-то. Болтушка — самое лучшее средство. Вот, вы можете почитать в интернете. Но это салициловая кислота, может, ты знаешь, вот там. Она там с каким-то антибиотиком, я не знаю. Ну, можете посмотреть, если хотите, потому что вот я базероны всякие вот есть, и это, т.д. и т.п. Но что-то ни хрена не помогало. Серьезно. Так, ну что же. Офигеть, у меня клевый домик, блин, в будущем. Был бы у меня такой, офигеть, шел. У меня шланги даже есть, шо. Жесть, вот этот шланг, ему не бы шланг, а поливаться в жару бы фигачиться. Так, ну чё, погнали, пацаны. Ой, ну-ка. О! Что? Я впервые таких вижу. Погоди, это... Вот это прикол. Не, серьезно, вот это прикол. Я такого не видел. Так, все, вижу, где надо устанавливать. Этого установим где-нибудь здесь. Что-то почему-то драконы вдруг... Что они тут делают вообще? Почему именно драконы? Орех, кстати, надо было поставить лучше... Где дракон? Вот специально как бы сделано, да, под драконов, а я тут, блин, бедные орешки. Подам сюда. Ой, нет, 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 нет. Давай, улетай! Вот для чего этот вентилятор, как ты видишь. Рефрижелятор. Так, аккуратно. Что? Офигеть, нифига себе, вы серьезно? Вы даете мне... Ты прикинь, что они мне дают? Они специальные квадраты дают, где... Это вообще четко, это вообще класс! Зеленый. Нифига себе, блин! Можно его как-то... Блин, его нельзя смахнуть! А не, погоди, 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 его орех вообще нормально тянет. Блин, почему мне только один зеленый квадрат-то, блин, достался? Юкалумене, это нечестно, несправедливо. Ну тут придется так применять, да. А что теперь сделаешь? Пипец какой-то происходит. Ну серьезно. Так, тут придется вот так вот уже делать. Капец, капец! Чего у него там было, блин? Что это за мутанты, блин? Сколько? 4 горшка? 5 горшков? Вы еще вообще приколисты, что ли? Еле развалился. Ты видел вообще эту жестянку? Черт, что она вообще творила? Это шляпа. Красный квадрат. Не знаю, можно так сделать, наверное. Капец какой-то. Ну все, наконец-то. С помощью этих плит мы хоть с тобой...
можем их одолеть. Жесть. Далекое будущее, блин. Чисто роботы. Роботы. Когда-нибудь они нас вот поработят, серьезно. Вторжение роботов. Недаром столько фильмов всяких, да, вот этих вот. Как-то я, если честно, побаиваюсь далекого будущего. Представляешь, у нас будут машины, на которых можно ли... Не, навряд, блин, у меня точно не будет. У вас, ну, может быть, там будет тачка, блин. Короче, мы можем с тобой проапгрейдить уже лазерный боб, но я его чуть попозже. Давай где-нибудь на... А на 10-й, давай на 10-й уровень я его апгрейд сделаю. Потому что здесь, по-моему, не 30 уровней, а поменьше. Поэтому, смотри, блин, там какая-то еще вишенка. Офигеть, столько... Посмотри, там какой-то еще орех. Офигеть, столько крутых штук. Естественно, друзья, хард не появляется. Нифига не появляется. Если ты думаешь, что у меня наконец-то он появился, нифига. Пацаны, ничего такого нет. Нифига. Да, нифига нету. Только 5000 награда и пиньятка какая-то такая. Давай, 9 уровень. Блин, там вишня, офигеть, они даже... Они прям столько растений нам дают, это капец. Нифига себе, условия не больше 15 растений. Ну ладно. Так, лазерный боб я апгрейд делаю. Дамаг 50 у него. Все, до 2 уровня. Максимум пока. Ну давай протестируем его. Больше всего вот этих вот иксов. Я думаю, пока мы на икс установим наши вот эти вот наши дорогие штуки. Так, быстрей устанавливаем. Так, и тут еще. Притом не больше 15. Вот, блин. Так, отлично. Норм. Так, все, наверное, 3 хватит. Пока нам 3 хватит, пусть будут. Так, нам надо либо за 350, либо за 200 вот этих вот возьмем. Не, давай за 350, наверное, пусть будет. Пусть набирает пока потихоньку. Офигеть, эти нас спасают, серьезно, офигеть как. Так, это не ставлю пока. Так. Стоямба. Стоямба. Во, все отлично. Давай, 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 наливайся, блин. Сейчас этого мы еще... Хоп! Отлично. На, сейчас второго будет, вообще четко будет. Мы с тобой быстренько, смотри, как применим. Сейчас давай, давай, стреляй. Е, красава. Просто красавчик. Быстро применяем на эти. Еее, просто четко. Все, теперь мы с тобой можем вот так вот сделать. Отлично. Е. Норм. По идее, сейчас вот этот вот ряд, он должен серьезно рубануть. Все, сейчас аккуратно. Так, норм. Так. Пусть хоть одна будет. Этого останавливаем, замораживаем.
Атакуем! Блин, только посередке, но... Ладно, норм тоже. Так, отлично. Блин, эти шары вообще мощные, крутые. Так, три осталось. А все, это практически последний. Так, у нас только... Сейчас мы с тобой накопим быстренько. Отлично. Последняя волна идет. Давай. На, рубаем. Офигеть, вот это капец какой-то происходит. Смотри, бум-бум-бум. И все, по идее, вот это все. Я в шоке, друзья, потому что мы с тобой быстро, мы так быстро хоп-хоп-хоп делаем. И мы с тобой получаем... Вишенку? Вишенка! Опля! Кто помнит Джимми Нейтрона? Точнее, его отца. Ой, старый, блин. Ух ты, нифига себе, она отключает всю технику, вот это круто. Мы сейчас проверим, мы протестируем, пацаны, мы сейчас протестируем эту штуковину. Это просто... Сегодня, друзья, я, наверное, блин, простите, братишки, что сегодня такая короткая серия, просто надо быстро успеть, вы все жалуетесь, то, что, блин, что ты поздно выпускаешь. Ну, такое вот есть, поэтому сейчас мы давай последний уровень, но завтра побольше, я думаю, запилю, так что не ссы. Так, мне по идее вот это, кстати, нравится. Вот знаешь, такие вот, хоп. Вот, блин, мне вот этот вот прикалывает. Блин, чеснок, это будет бомба. Серьезно, пацаны, я капец хочу на него посмотреть. Так, вишенку мы можем... Персик это персик? Пич, да? Так, у нас тут есть... Угу. День 10. Если тут три волны, то, разумеется, мы должны установить сначала вот эти вот штуковины. Две. Блин, это капец нам улучшает. Да, блин, улучшает. Улучшает, ухудшает. Уменьшает. Улегчает. На язык, блин, враг мой, ну говори уже. Короче, легче работа нам вот с этой штукой. Поставим его, смотри, он здоровенный какой. Офигеть. Так. Норм. Так, теперь мы с тобой ставим такие специальные штуковины. Ну его пока бесполезно ставить. Давай, наверное, этих поставим мистеров. Норм. Так, сюда теперь поставим. Главное накопить. Пацаны, главное накопить, блин. Вот, его сейчас уничтожим, и у нас хотя бы будет. Давай, уничтожай. Первым делом его уничтожать. Давай, блин. Братишка, фигач. Ну, блин, что ж ты будешь делать-то? Лазерного баба сюда! Бэйби! Следующего! Такая у нас никакой техники такой нет. Все, ну, блин, ну, давай. Мне только один разик, и все. Быстро. Раз! Просто куча солнышек. На! И давай его поставим, ну-ка. Ой! Серьезно? А, не, он его не уничтожил. Я думал, он за раз его хоп и уничтожил. Я бы вообще в шоке тут был бы. Давай последний раз. Так. Пацаны, сейчас я вам обновлю веточки, не ссыте. Вот так вот делаем еще. Так, вот сюда вот, давай. Ох, это что за крейсер бухта? Ну, качает?
качает эта бухта. Хоть я наоборот поставил, но ничего. Персик. Ну я... Офигеть, персик что творит? За 25 всего. Это реально очень легкий уровень. Почему так? Стоямба! На! Офигеть, он так долго его мочкает. Это здорово. И куда эти два? Там толком они никуда. Ну ладно, ничего, ничего. Главное, мы с тобой выигрываем. Это, не знаю, это реально очень легко. Серьезно, очень легко. Сейчас сразу появятся, мы их жахнем. Смотри, эти две штуки. Давай сначала персик попробуем. Да, он их вырубает. Потом вам на, засранцы. Ты стой, блин. На, говнюки. Четко сработано. Все, 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 прикинь. Я в шоке, я в шоке. Мы с тобой быстро все. Этот замороженный. Да, он его уже все не сделает. Он... Все, хлопчик. Дрожат так прям вот готово выстрелить. Баскетбольные шары. Офигеть, офигеть, друзья. Ну что ж, на этом пока что все. Надеюсь, тебе понравилось, братишка. Давай, давай. Нажимай лайкосик, серьезно, не это. Не жмоться. Не жмоться, не жмоться, короче. На этом все. Спасибо огромное за просмотр, братишки. В следующий раз мы с тобой, конечно, качаем. Ух ты, нифига себе, вот это круто. Вот это, кстати, круто, действительно. Липучку прокачать нам. Бай-бай, дорогие братишки.